Тут еще. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. Гляди в оба, сын! Использовать! Thank you.
Ага, началось. Прикрывай спину. Сперва заморозить метро. Получилось! Мост снова на месте. Надо вернуться наверх. У них тут не только мосты. Может, эта штука нас поднимет? Синяя дверь! Мы у цели! Посмотрю, что я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Снова колокола.
Видно, рядом Нарнирский сундук. Синдри, мы нашли кое-что. Правда? Сюда. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно. Еще один. Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Один убил ее за книгу? О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. Хорошо. К делу. Великолепно! Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Но это я так, не берите в голову. Да? Да. Отличная вещь! Я плохого не посоветую. Носи на здоровье. Красный.
плохого не посоветую. До встречи, друзья. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Ха. Это снова гном. Синдри? Сегодня я художник. Ты можешь хотя бы просто поздороваться.
Мы внутри. Конечно. Почему они растут? Почти. Хорошо, что это все. Следи за ними!
небось, красиво было, пока темные эльфы не разрушили. Ого! Вот это впечатляет! Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Ну для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Пускай ботанина! Приготовься!
конец! Возьми! Свет уже рядом. Ищи, где войти. Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Ты скверно выглядишь! Отец! Он упал!
Если хочешь, я буду делать больше. Только скажи. Пути восстанавливаются. Жаль, мамы здесь нет. Кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов. Держись рядом. Доберемся до света.
как мы заставим его стать Биврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Обошлось. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Назад! Свет! Да, цель уже близка, но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Yeah!
стреляй в них! Я расчищу нам путь! Выпускай стрелы быстрее! Там же метки сложнее скорости! Тут много целей, не промахнешься! В узком пространстве толпа сама себе мешает. Не отвлекайся! Красота! Свет восстановил весь храм! Он тут основа всего! Погоди, он поет! Я слышу ее голос! Я же тебе говорил! Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем обожгло. Жди здесь. Но я жди. Хочу... здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит. Не учит меня ничему. Лучше бы это он умер. Слышишь? Он, а не ты. Всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может.
Если он попытается, я тоже. Но если нет... Прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Ты наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... мгновений. Нет! Ты ушел туда очень... очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... Не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Да. Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. Мальчик, твой лук. Давай-ка. По моей команде, выпусти стрелу в камень. Сработало! Теперь можно возвращаться. Идем.